профессионалам зарплата навалом. Плевать, что на лед они зубы плюют. Им платят деньжищи, огромные тысячи. И даже за проигрыш, и за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам отчаянно мало, игра лотерея, кому повезет. Играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит. Не оплошай, бык, бог хочет шайбы. Бог на трибуне, он не простит. Профессионалам, судья криминалам, ни бокс не считает, ни злой мордовой. И с ними лет 20, кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы. Сперва распластан, а после пластырь, а ихний пастор, ну как назло, он перед боем знал, что слабо им, молились строем, не помогло. Профессионалам по разным каналам то много, то мало на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед. Пусть высшие лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.